Подписчики в Hello for Lovery. Так, что мы сегодня? Подписчики, здорово. Что мы сегодня играем, пацаны? В говно. Как же я люблю это говно. Вельский не в сети. Что значит не в сети? Я тебе сейчас дам не в сети. Качество сразу ставлю на 10 на 160. 10-160. Hello. Hello. Hello, Harm Lord. Hello. Что вы тут рассказываете? Алкаши снова в деле? Чини. Ничего не знаю. Блин, даже водичку еще не взял. Она остужается. Все, let's go. Погнали, подписчики. Паша, заходи. Паша, камень. Каша, заходи, каша. Каша, Паша. Сейчас... О, Дестон. Блять, я ливаю нахуй. Наливай. Давай, ББ. Ну что, чатик, ставьте плюсики, если ливаем. И плюсики, если ливаем. А, и минусы, если тоже ливаем. Вот. Ага, плюсы нормально пошли, перестроился. Да? Да, какие плюсы, там вообще никто не пишет. Где он пишет? Тут просто лобби не заполняется. О, отлично. Походу ливать надо. Ну, они тоже заходят такие, фупли тесты. Да шо, отличная карта вообще-то. Блевота. Только падают люди. Ой, я тоже вышел. Я чтоб на новой тачке покататься с новой пушкой. Я не понял, только в аирдропе или вообще везде спавнится этот. Что? Что за пушка новая? МП-9. Это что, пулемет? ПП. Пистолет? Пистолет-пулемет? Пулемет-пистолет, да. О, нормально как-то. Нихуя себе, они просвечиваются, вот эти коробки. Какие? Вот эти вот. Подойди сюда. Вон, посмотри. Это не коробки. Посмотри, видишь? Машина. Через внутрь, да? Ну да. Видишь, прострелить, наверное, можно. Раньше же был... попасть красиво. Раньше же оно же было просто этот каменюк. Ну, текстура просто одна была, и все. Нельзя было просматривать. Хз. То есть это дополнительная нагрузка на игру. Больше байтов. Я не сказал бы. Сделали бы просто одной текстурой, и все. Монолитной. Дима, ты не знаешь, что такое оптимизация и как она сейчас работает в играх. No. Ты можешь так нагрузить картинку, а в итоге она все у тебя все равно не отображается, даже если тебе попадает в поле зрения. Количество полигонов уменьшается на расстоянии. Или как вот тут в машине. Явно, когда ты далеко, там она вообще не все не прорисована. Знаешь, из скольких полигонов сделал персонаж Морфлинг в игре Dota 2? Хз. Из одного. Это что? World of Warcraft? Такая... Ну он типа этот, Морфлинг это водичка. Понял? Типа этот, как... Водяной элементаль. Вот. То есть просто не заморачивались. Даже у воды есть полигоны. Да. Так же не один. А где бы ты? Где люди? Там до хрена уже кого убили.
Да, я щит нашел. Щит? Нашел? Щит? Да. Piece of shit. 40 весит. Нахуй он нужен, блядь, такой сильно весящий, блядь. Как ты спросил? Это ну, тебе не спросил, этот, все. Блядь. Как его нахуй твой его называют? LMS. Да. Миллион щитов носишь, потому что бежишь и ставишь их. Да. Да. А я тоже щит нашел. Piece of shit. Ну да, ему хотя бы 20-ку весить. Может, не во весь рост еще ставится. Ну. Лучше М24 или миник? Миник. Если хорошо подумать. А что за зона? Ой, блять. Верхняя, да? Ладно, миник. Сегодня вроде ничего не прилетало, да? Прилетало утром. Это мне слышалось. Ты спал, не знаю, писали, что в 9 утра. Я нихуя не слышал. Да еще раньше. Там вообще я видел, тревога на 2 минуты была. Как и вчера, только закончила вот эта бомбардировка, это быть и все. И сразу тревогу убрали. Щит ставится 3 секунды. Жестко. Это не ЛМС. А, ну есть какой-то ХП его? Можно взорвать? Есть у него 1.5 ХП. Как бы, да? Хз. 3, кстати, надо? Нет. Нет. Типа я бегу, пушу вот так вот, смотри, раскладываюсь. И еще раскладываюсь. Все, я непобедим. У него эта картинка меняется вот это. Забавно. И сколько пуль? А я бы в тебя вот выстрелил. Хуйня, нахуй он нужен, блядь. Толпоёбы. Мусор бесполезный просто. Ну как сказать, если весил поменьше. 24 патрона. То, да что он сейчас из себя представляет, это мусор. Да, если в дымы, ну, поставить, поднимать, дымы кинуть, в тебя же сначала будет в этот прилетать. То есть... Не такой уж и бесполезный. Это ты Паша расскажи. Он такой скажет. Он сначала подумает, как дыма кидать. Прикольно, над тобой иконки нету, ты в машине типа как будто иконка. Нормально, как вылез. А щит через дым видно, лол. А уже нет.
босса. Ну вообще что-то где-то со вторника, среды так интернет хреново работает стал. Батулинс. Ну, пару дней тоже плохо работал. Да, было. Этот загрузка и отдача 50 была. 5 загрузка? Да. Я хотя бы на 30-ке держалась. 5. Жестко. Блин. Мистер Церква. Оно квадрат? Какой квадрат? Внутри дома. А, ну да. Вообще, я сначала хотел через печь, но что-то поехал по привычке сюда. Это что за дробаш был? Приглушенном еду не слышу. Как будто тут в двух домах. Да не. Я только в это в починках слышу. Ну или вот это в поле. Был на первом, не знаю, оказаться. А ты, наверное, лестница полетела. Кем какой-то? В смысле? Где? Все старое, ничего не меняли. А. Блять, как же у этих наушников, блять, звук работает коряво, ёбаный рот, блять. Регулировка, сука. Тоже мне, блять, сколько они там стоили? 5000, да, они стоили, или сколько? Ага. Пиздец, блять. А баранка хуже, чем у наушников за 200 гривен, блять. Хуй пержишь. Ага. Главное не тачка, а кто за рулем. Хуйня. Хуйня это все. Главное не на улице. Посмотрю, как главное. Вин Дизель посидит и это главное. На Запорожце. Через 5 метров развалится. И мы будем говорить, это же не тачка, это водитель. Да. Там Батулин сдох уже. Так они Батулин, бля, какой нахуй Батулин. Там Бабулин было написано. Да. Батулинс. Бабулинс. Ой, интернет лагает. Батулинс. Network lag был, бля. Я видел этот, как там было. Да. Тебя выкинуло с игры, походу. В смысле, нет, я с вами. Меня лагануло. Поехали дальше. А я прям в северный заезжаю. Вот на край. Вот этот дом. Блять, алка.
Сука, я просто еду прямо и этого развернул. Ну я ж метку ставлю куда. Говорит, я северный еду. Он водрил, по-моему, на полуторце в север. Ой, блядь, что-то. Что-то я немного не рассчитал. Нам сейчас нет пиздюлицы тут. Там яму заехал. Самое конченое. А что ты пустишься, если накоцало даже? Себе оправдание. Проверим. Да, я думаю, да, будут, скорее всего, тут уже все здесь. Он, по-моему, один на краю, прямо на воде. Один в воде? Один в воду, да. И второй в воде. Ну, давай проедем, сейчас посмотрим, будет стрелять нам все. На берег вроде высадились, да, водку взяли. Да, я вижу. Что, ебашим? А, ты думаешь... Охуй. Кто-то стреляет. Блять, опять network lagging. Смаканул тачку. А, он по ним стреляет, кстати, по воде.